Впервые Молдову включили в международный рейтинг открытости бюджета. Так, Молдова расположилась на 33-м месте, всего в списке 115 стран. Отчет предоставляет возможность проследить за расходом государственных денег. Индекс открытости бюджета отражает уровень прозрачности, возможность мониторинга деятельности законодательных институтов и, что немаловажно, участие народа в бюджетном процессе. Молдова набрала 58 пунктов из 100 в категории бюджетной прозрачности. Țările care au mai mult de 60 de puncte sunt considerate țări cu volum substanțial de deschidere a informației. Între 40 și 60 volum limitat de informații, de la 81 la 100 volum cuprinzător de dezvăluire a informațiilor. Показатели контроля за работой государственных институтов тоже невелики. Молдова набрала 59 баллов из 100. Такой же индекс у Турции, Болгарии и Хорватии. К примеру, соседняя Украина набрала целых 83 балла в этой области. Autoritățile vor ca Moldova să arate bine în clasamentele acestei internaționale. Что касается уровня участия граждан в бюджетном процессе, у Молдовы всего 7 баллов из 100. Это означает, что правительству не удается привлечь граждан к процессу формирования бюджета. Самые высокие показатели у Новой Зеландии, Южной Африки и Швеции. La capitolul participare nu este vorba doar de Ministerul Finanțelor, este vorba de toate instituțiile publice care gestionează banii. Acestea fie nu știu, fie nu au capacitate, fie nu au bani să realizeze aceste lucruri. ЕС приветствует участие Молдовы в международном рейтинге. Представители делегации Евросоюза вынесли несколько рекомендаций. Results of Moldova in this ranking is not very surprising, because the EU, the European Union, has already supported the transparency and oversight of the budget. The question now is how to involve the citizens that are typically not dealing with public financial management to gain their interest in these processes. На региональном уровне Румыния вошла в десятку стран с самыми высокими показателями бюджетной открытости. На международной арене наибольший прогресс у Грузии, Иордании, Мексики и Сенегала.